В Жамбылской области в очереди на жилье стоят более 21 тысячи жителей, из них 14 тысяч в городе Таразе. Среди очередников – многодетные семьи, матери-одиночки, воспитанники детского дома, госслужащие. Многие из них свои заветные квадратные метры ждут годами. Квартир, которые возводят по государственным программам, на всех не хватает, а подтянуть ипотеку не каждому под силу. Большие надежды жамбылцы возлагают на новую ипотечную программу 7-20-25. В регионе наращивают темпы строительства жилья. Салтанат Абдуалиева уже шестой год скитается по квартирам. Накопить на собственное жилье не получается. Зарплаты лаборанта едва хватает на аренду и детский сад. Живу на съемной квартире. В месяц плачу 30-35 тысяч. Копить не получается. Об ипотеке даже не думаю. Высокие проценты. В Таразе цены на жилье самые низкие в стране. Однокомнатная квартира стоит минимум 3 миллиона тенге. Но и эти квадратные метры доступны не каждому. Это 50% первоначальный взнос по многим программам. Надо еще гаранта сейчас найти, допустим, долг-залог. То есть много еще других нюансов, которые надо выполнить для того, чтобы получить ипотеку от 10 и выше процентов. 10% – это минимальная процентная ставка по ипотеке. По ним работают всего два банка, остальные работают от 15 и выше. Изменить ситуацию призвана новая ипотечная программа 7-20-25. Наши граждане получат доступное жилье, ипотечные займы удешевится, и коммерческие банки тоже снизят свою процентную ставку. Это приведет и с другой стороны развитию малого среднего бизнеса, и в конце концов мы можем ожидать, что это приведет к мультипликационному эффекту в целом в экономике. На сегодня в области почти 38 тысяч вкладчиков системы жилстройсбережений. Из них лишь 575 имеют 30% первоначальный взнос. Местные власти уверены, условия новой программы позволят сделать жилье доступнее. В регионе намерены увеличить темпы строительства жилья. В прошлом году план перевыполнили на 37%. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Руслан Ахатилла, Тарас, Хабар 24.